Привет! Я думаю, вы знаете множество магазинов, которые доставляют товары с Китая в Россию и в другие страны. Будь то магазин Banggood, GearBest или какие-то другие площадки. Но также есть магазин JD, который доставляет товары в Россию, и в нем бывают очень выгодные и хорошие цены. Вот и я заказал себе несколько годных и полезных штук, по моему мнению. И сегодня я вам про них расскажу, покажу, и мы их протестим. Погнали! Много различных гаджетов от Xiaomi я видел, но чтобы зонт, это впервые. И вот он у меня. Называется он Mia Automatic Umbrella. Это автоматический зонт. Разложить и сложить его можно одним нажатием кнопки. Он компактный и легкий. Сделан из водонепроницаемой ткани высокой плотности Fanevr, которая отличается износостойкостью и всегда надежно защитит от дождевой воды. Водоотталкивающий индекс используемой ткани 5. Это говорит о том, что после дождя зонтик достаточно отряхнуть от воды и он будет сухим, но правда придется хорошо потрусить. Или просто повесить его на ручку двери или ванной, и вода быстро стечет. А не как в обычных зонтах, после дождя они еще сохнут по полчаса. Как заявляет производитель, ручка зонта и спицы изготовлены из материалов, которые отличаются легкостью и прочностью. Стекловолокно и алюминий делают конструкцию более надежной и устойчивой к коррозии и трениям. И да, зонт реально выдержит проливной дождь и сильные порывы ветра. Внутри видно, что годно сделано. При сложении зонта слышно, как работает трещотка. Если вас устраивает цена зонта, а это около $19, то можете присмотреться, такой зонт прослужит вам многие годы. А вот еще один хитрый товар, который поможет остаться вашей обуви сухой при любой погоде. Это дождевики для обуви. Я поначалу немного скептически ставился к этому товару, заказал ради интереса, но протестировав его, пришел к выводу, что многим людям пригодятся эти дождевики. В них без проблем вы можете ходить по лужам в дождевую погоду и даже переходить по дамбе водоема, как я на видео. Чехлы подходят для многоразового использования. Все, что вам нужно, это тщательно промыть и просушить изделие, а затем положить его обратно в сумочку, которая идет в комплекте. Они компактны и не занимают много места. Еще хочу отметить хорошую подошву. При тестировании зонтика я лез по мокрым камням к водопаду и ни разу не подскользнулся и не намочил обувь, благодаря затяжкам сверху. В общем, штука годная, есть разные размеры. Это у нас сумка для покупок, которую можно скрутить в небольшой корпус таблетку. Это уже вторая сумка, которую я заказал, и как вы понимаете, если бы она была плохая, я бы ее второй раз заказывать не стал. Первый экземпляр был подарен сестре. Сумка небольших размеров пригодится при покупках в магазинах или супермаркетах, походах на природу или там, где вам будет нужен обычный пакет. Только в отличие от простого пакета, она надежнее, долговечнее, удобнее и выглядит реально прикольно. Вместительность у нее не как у ашановской сумки, но и занимает она места гораздо меньше. Сделана она из полиэстера, имеет несколько расцветок и весит всего 78 грамм. Легко сматывается и вешается на карабин к сумке, либо куда хотите. Сколько же вмещает она продуктов, вы сейчас видите. А это у нас маленькая портативная горелка. Очень компактная и полезная штука. Пригодится всем, кому необходима компактная, надежная и мощная горелка минимального веса. Туризм, альпинизм, вело- и мотопоходы, автостоп и автопутешествия, отдых на природе на выходные, тактическое использование, аварийные решения для домашнего использования. Нужна такая штука для приготовления пищи в посуде небольшого объема и будет оптимально от 1 до 3 человек. Она очень проста в конструкции и очень легко зажигается даже при сильном ветре, все из-за встроенного пьезоподжига. Накручивается на резьбовые баллоны с газом, но я таких у себя в городе не нашел и пришлось докупать еще переходник на обычные штоковые баллоны, так что имейте в виду. Простой дизайн, возможность складываться до миниатюрных размеров, достойная мощность в 3000 Вт. Все это делает эту горелку незаменимым спутником в походе. В сложенном состоянии помещается в небольшой пластиковый футляр, что позволяет носить ее даже в кармане куртки или штанов. И последний гаджет – это у нас мощный термостатический фен для сушки волос за очень хорошие деньги. Сейчас цена около $16.
Фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки. Довольно мощный прибор оборудован двумя отдельными переключателями для регулировки температуры и скорости и укомплектован насадками, двумя концентраторами и диффузором, имеющим длинные пальцы для придания волосам большого объема. Возможность индивидуальной регулировки температурного режима, подходящего именно под ваш тип волос, несомненно порадует каждого, а режим холодной подачи воздуха надежно закрепит вашу прическу. По сборке и качеству претензий нет. Фен хорошо выполняет поставленные на него задачи. Маленьким минусом некоторые могут посчитать китайскую вилку, и если у вас нет универсального разветвителя, то придется купить переходник, стоит он копейки. Более 900 заказов и оценка в 5 звезд – это хороший показатель. Так что, если вам нужен такой девайс или те, про которые я вам сегодня рассказал, то можете смотреть их в магазине JD. У них, кстати, тоже куча скидок и купонов в честь Всемирного дня шопинга 11.11. Скидки и купоны уже действуют. Купоны действительны по 12 число включительно. Всю информацию смотрите в описании. И не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Для меня это лучшая поддержка. На канале есть множество различных обзоров, тестов и конкурсов. Каждый найдет для себя что-то интересное. Спасибо, что смотрите. Всем пока!